что я закончила с фотографией. По этому поводу там еще одно видео сделаю, будет интересное, с морского порта. Ждите. А сейчас посмотрим. Здесь прогуляемся по набережной. Сочи автодром. Можно вот тоже пофотографироваться, но жалко, что нельзя к ней подходить очень близко. Ограждение ленты — это уже не то. Ну, для меня, как для фотографа. Здесь, смотрю, выставка фотографий. Давайте немножко посмотрим. Это у нас место съемки — Петербург. Владимир Пальчик. Ну, для меня, конечно, это интересно. И пару фотографий глянем. Которекет. Глеб Петухов. Место съемки — Севастополь. И стол, и стул. Автор — Евгения Левина. Место съемки — Якутия. Белочка. Нет, не белочка. Наверное, это бурундук. Так. Что-то запомнил. С этой стороны тоже грызун. Номинация — эти забавные животные. Место съемки у нас Москва, национальный парк. У вас ус отклеился. Идем дальше. Много картина. Такая картина, я говорю, галереи из фоторабот можно посмотреть. Тоже вот такая машинка зелененькая. Так, значит, все-таки, как выяснилось, столовая у нас до 6 июля общепит не открыли. Так что только работают те, у кого есть открытые летние террасы. Вот кафешка есть, а в основном летние террасы у кафе, а не у столовых. Получается, вот столовая под сезон у нее есть, поэтому я вам показывала цены. Можете зайти посмотреть отдельное видео, есть прогулочки тоже, там я снимала цены. Террасу показывала, они работают. А дальше, наверное, больше никто из столовых. Сейчас будем смотреть. Поэтому Макдональдс, KFC, Бургер Кинги делают выручку, потому что, ну, как бы хоть как-то можно быстро там шаурмичные делают выручку. Потому что хоть как-то можно быстро и недорого поесть. Пока единственный способ. Успевают. Вот когда я смотрела с вебки, здесь очень много ходило людей. Ну как, вроде пляж Маяк открыт, мне показалось. Сейчас посмотрим, как на самом деле. Опять забыла название. В общем, забыла я название, хоть и хоть как. Вот такая красота. Это три розовые, как отличается. Есть такой розовый, есть такой розовый. Вот в общей картине, когда складываются вот эти цвета, то очень нежный, приятный переход для глаз. Молодой человек свои работы продает. То здесь, то там постоянно его вижу. То в Олимпийском, то на Новагинском стоял. Новагинской, правильно говорит, кажется, так. А мне кажется, скамейки раньше были. Вот это новые скамейки. То есть были без крышечки. Не было с крышечкой. Вот это вот прям вообще актуально очень. Для нас, от нашего юга. Так, уважаемые города, пляж, гости курорта города. Проход на пляж открыт в связи с распоряжением администрации. Ну вот как бы рабочие, значит, да. Хотя вот как бы люди проходят. Однозначно тоже пройдем. Че мы? Лысые, что ли? Все идут, и мы пойдем. Че? По принципу. Такому. Чему хуже всех? Надоело. Так, сцену какую-то делают. Ну, как будто сцену похожа очень, наверное, для летнего кафешки. Мне кажется, раньше здесь тоже не было.
Нет, вот ходят люди. В прошлом году, мне кажется, опа, не было. Тоже вот этих удобных настилов деревянных. Это очень приятно, удобно. О, кто-то там зажигает, отдыхает. Чуть-чуть не успела. Ой, мой любимый душ. Я объясню, почему он мой любимый. Когда я первый раз приехала в Сочи, было примерно 7 часов утра. Первый раз, представляете, вот, ну, во второй раз, ну, он, считай, как первый был. Я попадаю вот на этот пляж, ты как бы пешком как пошла по Новагинской. Сюда вышла, искупалась, приняла душ. Ну, просто после дороги. Вот. Первым делом, потом погуляла, потом поехала в гостиницу. Это что я всегда в Адлере останавливаюсь, но так как для вас снимала Сочи, то сюда, конечно. Как что, думаешь, работает, нет? Нет, воды нету. Еще не работают душки. Все сухо, все закрыто. А вот здесь не было подобного у нас. Как они, бунгало или жики, или что? Как вот это называется? Маленькие домики со шторочками. Кто знает. Люди загорают и купаются, ура! Пляж Маяк. Ой, а у меня же есть градусник с собой, по-моему. У меня как бы все атрибуты на всякий случай с собой. И даже я зарядку взяла, микрофоны взяла, камеры взяла, все взяла. Фотоаппарат и все прочее. Вода только закончилась. Уже пить охоту. Много воды с собой не ношу, потому что тяжело. А, выпивается маленькая на раз-два в жару. На этом пляжике я купалась. Нормально. В принципе, мне понравилось. Давай. Так, это у нас примерная жара. Плюс-минус. В сумке лежал. Я говорю, сегодня градусов 30. Так как солнышко у нас только во второй половине дня было. Ай, еще не хватит. Урони еще градусник в море. Ой, этот телефон. Мурзик. Ночью шел дождь. Утром шел дождь. Практически до 12. Ну, у нас в Адлере. Было пасмурно. Солнце всего часа два. Поэтому водичка слегка похолодала. 23. Убираем градусник и идем дальше, да? Так, чуть на паузу поставлю сейчас вот с этого пляжика и на следующем пляже да, перейду немножко и включусь. Пауза. Снова включение. Вот мы обошли. Только что мы там были, померили температурку. Нам следующий надо. Мы же потом пойдем уже на выход. Качели здесь еще не поставили. А здесь мы далеко-то и не пройдем. Вот что опять надо, получается, вот так обходить, чтобы другие пляжики посмотреть. Ой, ну мы с вами обязательно это сделаем. Когда я в центре, если у меня есть время, конечно же, я обязательно снимаю. Поэтому, либо в следующем видео у нас будет продолжать, либо в этом сейчас решу. Или можно там пройти, подожди. А нет, лестница есть. Ее, видимо, на лето поставили, потому что раньше не было, пройти никак было. Но по пляжу здесь очень будет, как бы, долго идти. Ни к чему не приведет, так что мы обойдем по набережной. Thank you.
Не удержалась, какие-то интересные цветочки такие под пальмечкой прямо растут. Ну все, пойдем вот так. Обойдем немножко. Наверное, прогулку по набережной мы, конечно, все-таки разделим на несколько частей.